ошибка, глупая ошибка у новичков называется «Подними ногу на 8». Я сейчас вам расскажу секрет. Я долго не мог его понять. Я не понимал, что происходит. Я занимался в школе танцев, и я эту ошибку случайно проскочил. Я с ней не столкнулся. Малой Ди тоже ее как-то преодолел. Но многие люди, которые учатся танцевать, они почему-то допускают эту ошибку. Я не мог ее понять, но я ее понял. И сейчас вам расскажу. У вас есть два пути. Либо вы будете танцевать годами и сами эту ошибку пройдете и не будете допускать. Либо вы сейчас посмотрите это видео и ускорите свой процесс обучения. Так сказать, убыстренное обучение танцам. В чем суть? Я заметил, что многие танцоры, которые воспринимают нормальный бит, то есть они чувствуют по музыке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, вот этот классический квадрат, они все равно начинают мимо музыки. Я смотрел годами и увидел, в чем ошибка. Ошибка в том, что они ждут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, раз. Они ждут первого бита. Они знают, где он, они его чувствуют. И что они на нем делают? Они на нем делают вот так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, раз. Они на раз пытаются сделать два движения. Шаффл состоит из двух поз. Нога поднята, поза 1, и нога опущена, поза 2. Даже если это шаффл на пятку. Нога поднята, нога опущена. Две позы, две позиции. Раз, два. Если вы хотите, а в шаффле, в классическом, на бит опускают ногу. Если вы хотите на первый бит опустить ногу, то вы не имеете права, вы не имеете права на этот первый бит ее и поднимать. То есть нельзя сделать раз. Это невозможно. Это будет выглядеть либо криво, либо вы промажете мимо бита. Я нашел решение. Оно называется «Подними ногу на 8». Вы должны, когда слышите трек, и вот хочется притаптывать, и вы чувствуете его, вы просто слушаете. И когда появляется восьмерка, вы поднимаете ногу. То есть вы делаете это заранее, так же, как включаете поворотники во время движения. Заблаговременно. Смотрите. 5, 6, 7, 8. Раз. И вы танцуете по-другому. Вы услышите этот момент, и ваш танец преобразится прямо сегодня. На 8 подними ногу. Так и называется это упражнение. Подними ногу на 8. Танцоры и новички, поднимите ваши веки. И ногу на 8. Притом, это распространяется на все виды движения в шаффле. Если вы хотите сделать Чарльстоун, большинство делает вот так. Раз, два. Если вы на раз сделаете раз, вы промажете. Вам нужно на 8 поднять. 8, раз. И вот так хотите сделать 4 Чарльстона. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре. Видели, что я сделал? На восьмерку поднял ногу. Показываю. Шаффл на пятку. 5, 6, 7. И что делаю? Интуитивно поднимаю ногу. 8. Раз, два, три, четыре. Например, Чарльстон. 5, 6, 7, 8. 8. Нога в воздухе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Во многих видеороликах, обучалках вы можете даже заметить, что интуитивно, подсознательно, когда начинается счет, уже где-то в районе 7-8, очень многие танцоры, включая меня, ну я тут еще, конечно, танцор, плясун. Многие плясуны поднимают ногу. Типа собачка около дерева. Называется поза. Вот, все. Теперь важный момент. Когда я продумывал концепцию этого видео, а я продумываю концепции видеороликов, вот это контент! И я подумал, блин, они все считают в голове, не все понимают, где восьмерка. Не все, это нормально. Да, многие не считают. Как сделать? Ответ прост. Подними ногу заранее, просто заранее. Просто заранее. Знаешь, где первый бит, где акцент в треке, где твой любимый момент. Подними ногу заранее. Заранее, понимаете? И опусти ее в бит. Если вы поднимете на 6-й счет, нормально. На 7-й, нормально. На 8-й, нормально. Ваша задача лишь на 1-й ее опустить. Вот это маленькое улучшение изменит ваш мир танцев. Давайте попробуем. Сейчас будем танцевать под трек. Я буду принципиально останавливаться и начинать регулярно заново. И чтобы вы видели, как я буду вступать в Чарльстоуне и шаффле, именно подняв ногу на 6, 7 или 8 и опуская ее на 1. Если кто-то не понимает, о чем я говорю, то запомните, одна ошибка, и вы ошиблись.
Вот. Но если серьезно, то мы, конечно, не обезьяны, потому что у нас есть ключи. Поехали. Подними ногу на 8.